Кстати, святки – это не только гадания и веселье, но и благие дела. А в помощи сегодня нуждаются многие, особенно те, кто ее не может попросить – это животные. Так, активисты общественной организации помощи бездомным животным «Дари добро» в новогодние праздники пристроили в добрые руки 4 щенков. Еще 2 ждут новых хозяев. Они находятся в доме одного из волонтеров. Нина Савина не может оставаться равнодушной к бездомным животным. Поэтому в ее доме постоянно бурлит жизнь. Увидев камеру, ее временные питомцы даже немного заскромничали. В данный момент мы бы хотели спасти от голодной смерти. И вот эту собачку от травмы, у нее была травма, но мы же полечили ее. Она уже взрослая, ей год, и она стерилизованная. Но у нее было 6 щенков. Вот осталось 2 таких щеночка. Они будут крупные, такие же, как мама, и могут находиться на охране, как в частном доме, в коттедже, так и в городской квартире, просто быть верными друзьями. Собаки контактные, доброжелательные, здоровые, проверенные у ветеринара. Эту собаку зовут Феня, она уже взрослая, добрая и ласковая, может сторожить дом и жить в будке. 2 щенков тоже девочки, полуовчарки, каждая со своим характером. Это более бойкая. Значит, на какие-то шорохи, звуки она уже подает голос. Вот, уже все. Уже вот характер это начала показывать. То есть это будет вот на охрану само то. Можно звонить волонтерам на телефон 75-82-00, либо 75-97-75. Если вы решите взять собаку или щенка, волонтеры общественной организации «Дари добро» непременно помогут вам с воспитанием питомца. Анастасия Войнолович, Валерий Никулин, «Вести», Кировская область.